Пританцовывая под Иванушек, березняковские школьники принялись расписывать забор по юбилейной. Изначально нелицеприятные плиты пришлось очистить, побелить, затем нанести набросок карандашом и творить. Среди уличных художников и Саша Харитонова. Девушка признается, благодаря слаженной работе в команде, серая стена буквально на глазах изменила облик. В нашем городе не хватает места для реализации для подростков. То есть детям негде реализовывать свои, так скажем, амбиции, свои умения, свои таланты. И мы решили вот сделать такую стену, где каждый подросток может нести свой вклад в развитие города и потом ходить и любоваться этой стенкой. Еще весной ребята из 11-й школы выиграли конкурс детских проектов, посвященный 90-летию Березняков. «Время первых» — так называется проект, который получил грант от главы города Константина Светлакова. Ребята на протяжении недели под руководством педагогов школы искусств имени Старкова украшали бетонные плиты изображениями городских достопримечательностей. Мне больше всего нравится вот именно плита, так скажем, плитка с парка культуры и отдыха, потому что все-таки с этим местом у меня очень теплые воспоминания. Ты всегда можешь туда прийти, развеяться, повеселиться и вообще отдохнуть морально и физически. Изображения, они символизируют становление города, то есть первая школа, первая больница, первый завод. Как заявлялось в проекте, мы хотим показать, как становился и развивался наш город. На плитах можно увидеть знакомый стадион «Химик», сейчас Березняки Арена Спорт, колесо обозрения в парке и стелу на въезде в город. Всего ребятам предстоит раскрасить 14 таких плит, каждая из которых ассоциирует определенное место в городе. Например, это кинотеатр «Авангард». Уже к концу этой недели любой желающий сможет прогуляться по импровизированной картинной галерее. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.